Шановні пані і панове, черговий випуск нашої передачі «Москаль невдаха». Наш постійний ведучий птах представить нам нових... Украина Силахлы Qüvvələri Rusiyanın sülhməramlı statusu daşıyan 15-ci briqadasının 2 snayperini əsir götürüb. Ukrayna Telegram kanallarında paylaşılan görüntülərdə işğalçı Rus ordusunun əsgərləri əsirlikdə olanlarla yaxşı davrandıqlarını deyib və Rusiyada yaşayan yaxınlarını yalan təbliğata aldanmamağa çağırıblar. Qeyd edək ki, 15-ci briqada Rusiyanın Qarabağda yerləşdirdiyi sülhməramlı qüvvələrin tərkibində olub. Əsirlərin görüntülərini sizə təqdim edirik. И не нацистам, никто из них не нацист, и близко они к этому дальше не относятся. Вообще, это просто разные абсолютно. Вам промыли мозги, но я вам расскажу все, как было. И когда я вернусь домой благодаря этим людям, не только этим. Не Российская Федерация, никто меня не мог отправить домой. А эти люди смогли, потому что они настоящие люди, в отличие от российских солдат, которые, к сожалению, еще отношения. Больше никогда не будет. Слышу, мама, вот скучаю, мать, не любишь. Хорошо. А вот про все говорят, про все. Что? Никогда не видно, прыгают. На самом деле такого нет. Люди обычные. Родные свои родные, люди свои родные. Российский оригинал. Все дуже правильно, что он в России. Загалом, что хочу сказать. Всю допомогу насилайте Збройним силам України. Нам допомагайте. И мы допоможем вам повернутися до нормального життя, до мирного життя. Також купуйте книжки в інтернеті чи в кінах і підписуйтесь на канал. Вояти пільно, гуманітарно. Не забувайте про наше видавництво і чекаємо нових випусків.